Поехали. Итак, здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня, как обычно, зовут Тархановский Кирилл Олегович. И сегодня я хотел бы вам презентовать свой доклад, который посвящен анализу химического состава неопознанных летающих объектов. Ну, тема очень интересная, но в то же время чрезвычайно сложная. Сложная по двум причинам. Во-первых, разобраться, что же из какой их материалов могут состоять неопознанные летающие объекты, чрезвычайно сложно. Если мы говорим действительно о неопознанных объектах, то есть, проще говоря, о пресловутых тарелках, то, естественно, технологии там на порядке выше, чем земные технологии. Это одна из сложностей, то есть понимание того, из каких химических элементов могут состоять, разобраться, понять, из каких химических элементов могут состоять данные объекты. Другая сложность – это обилие, скажем так, фальшивой информации, либо целенаправленно, либо фальшивой информации, либо недостоверной или не очень точной информации. В итоге возникает задача разобраться во всем море фактов и попытаться как-то выцедить из этих фактов, выкристаллизовать те факты, те сведения, которые с той или иной степенью достоверности могли бы иметь непосредственное отношение к неопознанным летающим объектам и к их химическому составу. Я решил построить мой доклад так. Это обзорный доклад, и я из колоссального количества фактов, рассказов очевидцев, контактеров, тех, кто был на... те, кто был внутри неопознанных летающих объектов, попытался сделать некий такой компендиум. То есть я поставил перед собой задачу сделать общую выжимку из тех описаний, которые существуют, и попытаться по группам сгруппировать все, что очевидцы, контактеры говорят о том, как они понимают, что представляет собой материал, из которых созданы неопознанные летающие объекты. Это первая часть моего доклада. А вторая часть моего доклада посвящена более конкретным фактам падений или крушений, как предполагают, неопознанных летающих объектов и анализу их обломков. Давайте начнем. Итак, значит, если мы с вами сейчас обратимся, поставим перед собой вообще вопрос, а что такое НЛО, то есть, то надо начинать, наверное, с размеров, хотя бы в целом очертить возможные габариты этих объектов. Но вот по данным европейских уфологов, то есть если вы почитаете различные статьи, форумы, журналы, новости, все это есть в открытом доступе, мне удалось понять, как-то разобраться, и в целом цифры более-менее они вот совпадают. Астероиды, то есть сферические тела, составляют 30% от общего количества наблюдаемых явлений всех неопознанных объектов. Диски где-то это 16%. Мы сейчас говорим именно про геометрию. Цилиндры 14%. Даже вот фигурируют такие понятия, как в виде яйца. Ну, я так понимаю, это у нас, по сути, эллипсоиды, эллипсоидные формы. 14% различные треугольники, кубы, кометы, грибы, гантели, пули, кресты. Это тоже где-то 14%. Точечные НЛО 9%, куполообразные 3%. Это имеется в виду общее количество случаев, из, условно говоря, из выборки 100 наблюдаемых, понимаете, в процентах. Величина объектов колеблется от нескольких сантиметров до десятков километров, исходя из анализа той литературы, того массива данных, который сейчас есть. То есть в основном, как мне удалось найти, в основном размеры колеблются от 2 до 3 метров, ну, условно говоря, в поперечнике, то есть максимальный размер, если вы возьмете ту же сферу, это диаметр цилиндра, это высота и так далее. От 2-3 метров до 70-700 метров. Но обычно фигурирует цифра 5-10 метров. Хотя я нашел много свидетельств, очевидцев, ну как, то, что есть в открытом доступе, что размеры превышают и 1,5, и 2 километра, еще больше. В частности, фермеры из Соединенных Штатов Америки, из Канады, если посмотреть, особенно в интернете, выборку случаев контакта землян с инопланетянами за период 60-70-е, особенно 80-е года, редко, но встречаются утверждения, что размер космического корабля в поперечнике превышал 1,5-2 километра. Но опять же, это с точки зрения вот визуального наблюдения, с точки зрения того, как человек, находящийся условно говоря, на поверхности Земли, оценивает то, что он видит над собой. Вот у нас какие размеры
и какие, какой формы могут быть НЛО. Вот такая усредненная, усредненная информация. Здесь, я думаю, все понятно, останавливаться на этом пока я не хочу. Но я прошу, уважаемые коллеги, обратить ваше внимание вот на эти цифры. От 2 до 3 метров до 70-700 метров. Они нам чуть позже понадобятся. Пожалуйста, запомните, обратите внимание на эти цифры. Давайте пойдем дальше. А вот теперь я бы, перед тем, как переходить к анализу химического состава НЛО, я бы хотела немного рассказать о внутренней топологии неопознанных летающих объектов. Это, вот эта информация базируется на том, что огромное количество, тысячи свидетельств того, как люди попадали внутрь неопознанных летающих объектов, либо по приглашению инопланетян, либо их, условно говоря, похищали, воровали, они там оказывались. И вот они рассказывали, что они видели внутри. На основе этой информации, которая, опять же, есть в открытом доступе, я попытался сделать некую такую краткую выжимку и рассказать, а что же внутри из себя представляют неопознанные летающие объекты. В частности, мне удалось найти статью на одном из сайтов по уфологии, ну, опять же, в сети интернет, Вадима Черноброва, где он тоже описывает показания свидетелей, контактеров, которые были внутри вот этих объектов. И на основе этого я сделала такую выжимку. Итак, давайте разбираться. Первое, что удивляет зашедших на борт таинственных кораблей, то есть землян, контактеров, это большое внутреннее помещение, лишенное привычного нам нагромождения трубопроводов, баков и кабелей. Всю обстановку чаще всего составляют удобные кресла, пульт управления, обзорный экран и звездная карта. Если обратиться к свидетельствам контактеров, кто был, как они уверяют, ну и рассказывают, внутри инопланетных кораблей, они говорят, что на самом деле, как правило, они видели круглый такой небольшой зал, где вдоль стены располагался огромный, ну, говоря современным языком, экран, на котором проецировались какие-то непонятные символы, значки, проецировалась звездная карта, и было 2, 3, 4 очень удобных эргономичных сидения, на которых можно сидеть, и перед этими сиденьями, условно говоря, на некотором постаменте была клавиатура. В большинстве случаев описываются не рычаги и педали, а именно прозрачная клавиатура с подсвеченными клавишами, на которых высвечиваются непонятные символы. Вот если посмотреть свидетель рассказа очевидцев, то как раз вот именно так, то есть ни рычаги, ни педали. И вот все сходятся на том, что в основном, что есть большой зал, по периметру экран, пульт управления и удобные кресла. Одна даже женщина, которая, вот мне удалось найти, вот, что она в тысячи, это есть на сайте Уфологического общества Приморского края, она в 1986 году попала, как она уверяет, на борт космического корабля, и она описывает, что кресла были обиты красной кожей, очень мягкой. Это она так описывает. Мы не знаем, из чего, естественно, были сделаны эти кресла. Но то есть можно утверждать, что кресла достаточно эргономичны, если земляне оценивают их как удобные. Но пойдем дальше. Вторая особенность внутреннего убранства неопознанных летающих объектов – это обилие, как ни странно, вот здесь может показаться, что здесь есть некое противоречие. Сначала вроде как не нагромождение трубопроводов, баков, ничего, а с другой стороны обилие приборов и оборудования. На самом деле противоречия нет. Многие контактеры рассказывают, что они, когда, перед тем, как они попадают непосредственно в комнату управления космическим кораблем, они проходят через... Это как они рассказывают, еще раз оговорюсь. Они проходят через длинный коридор. И по бокам этого коридора, слева-справа, в большинстве описаний присутствуют небольшие двери, внутри и ведущие в разные помещения. И если зайти в эти помещения, то можно видеть огромное нагромождение банок, склянок, ну, я так это фигурально, естественно, выражаюсь, каких-то коробок, коробов, то есть какого-то оборудования. Наши отечественные уфологи в этом плане разработали целую версию того, ну, во всяком случае, очень много русскоязычных авторов я встречал именно с этой версией, что
Корабли инопланетян, они универсальные. В один момент времени он может выполнять задачу дозорного корабля, когда он просто исследует уголки Вселенной. В другой момент времени он может выполнять роль исследовательского корабля, когда он попадает на какую-то планету, внутри него, что называется, достается определенное оборудование, которое нужно для исследования. Что нужно, этот корабль исследует, потом он переключается на другую задачу. То есть из описаний контактеров очень много рассказывается как раз о том, что присутствуют помещения на кораблях, которые загромождены какими-то устройствами, приборами различного рода корабами. Это вторая особенность. Есть еще ряд особенностей. Третья особенность – это то, вот теперь давайте поговорим немного о размерах. Вот если говорить об объемах внеземных кораблей, то самое потрясающее их свойство, они являются или кажутся разными при взгляде снаружи и изнутри. Например, очевидцы многие описывают, что наблюдают, условно говоря, куполообразный объект, который, у которого раздвигаются такие металлические, как он, ну, как описывается, металлические лапы, допустим, он на поверхности поля стоит. И когда они входили через входную дверь с инопланетянами, да, раздвигается дверь, они ходят. То, казалось бы, вот этот небольшой объект в диаметре всего 10 метров, они перед ними раскрывается огромный коридор, длинный огромный коридор, от которого в разные стороны отходят различные ответвления помещений. То есть вот как описывают этот контактер, таких описаний много. И в конце этого коридора находится большое помещение, представляющее собой кабину управления. Но, естественно, получается, как так? То есть снаружи у него одни размеры, внутри совершенно другие. Была выдвинута теория, что с точки зрения физики внутри НЛО изменяется пространство-время. Ну, в конце концов, а зачем нам делать НЛО снаружи громадным, если мы можем сделать его внутри необходимых размеров? В частности, вот выдвигается такая версия. На основе чего она выдвигается? А потому что подавляющее большинство очевидцев говорят, что размеры внутри намного больше, чем снаружи. Один даже очевидец описывает такой факт, ну, этому можно верить или нельзя верить, я не знаю, я просто вам, уважаемые слушатели, рассказываю, что когда он зашел в этот корабль и прошел по коридору, то есть корабль сам был в диаметре где-то 20 метров, но когда он зашел внутрь этого корабля в комнату управления, в зал управления, то перед ним пристала величественная просто картина, зал длиной в сотни метров, высотой в несколько этажей, внутри которого располагался огромный экран с звездной картой, пульты управления, кресло. И вот казалось бы, как так? То есть, ну, объясняется, что в них внутри изменяется топология пространства-времени. Исходя из этого предположения, делается огромное количество гипотез о том, что на самом-то деле внутри НЛО могут наблюдаться и разные интересные эффекты, связанные с деформацией пространства-времени. Но мне кажется, к теме нашей лекции это не совсем имеет прямое отношение, поэтому я опущу вот эти моменты. Четвертое. И, наконец, самый большой вопрос в описании внутреннего строения НЛО представляет двигатель. Немногочисленные его описания противоречивые и непонятные. Ну, мне из всего массива информации вот, уфологически удалось найти только одно более-менее явное якобы описание двигателя. Американские, вот почему с фермерами у них все время в Америке вот, происходит, что их инопланетяне воруют, на борт приглашают. Вот, почему всегда, у них история всегда. Если вы зайдете на англоязычный форумы уфологические, вот всегда начинается «My father is a farmer, and one day» и «Однажды мой отец фермер», вот «Однажды». Ну, давайте расскажу, что. Один из фермеров попал на борт космического корабля, и первый вопрос, который он задал, а покажите вот двигатель, вот за счет чего вы летаете. Как ни странно, ему показали, его провели в это помещение, как он описывает, и показали две прозрачные сферы. Внутри каждой сферы находился ярко светящийся кристалл. На вопрос этого человека, а как это работает, ему был там следующий ответ. Если ваша земная цивилизация перестанет мыслить догматически в плане развития технологии и посмотрит чуть шире и немного с другой стороны на вообще технологию и физические процессы, то вы способны создать точно такой же двигатель. Ему был дан вот такой ответ. Что это было, как это было, я не знаю. Я просто вот рассказываю, описываю, как он
а описывал, пояснял вот внешний вид этого двигателя. Но опять же, нас этот вопрос тоже не очень интересует. Мы хотим все-таки разобраться, из каких материалов могут быть созданы космические корабли. Итак, мы разобрались со внутренней топологией. Теперь, исходя из этого, давайте на основе этого будем анализировать показания очевидцев о том, как им, то есть простым людям, представляется, из чего бы мог состоять космический корабль. Итак, еще небольшой слайд. Это внешний вид НЛО по показаниям очевидцев. То есть разные виды, как можно видеть, вот это называется очень забавное название, две тарелки наоборот, кастрюли, эллипсоиды, груши, пирамидки, цилиндры, сигары, сфероиды, пули. То есть огромное количество различных геометрических форм, которые наблюдаются, но это опять же по показаниям очевидца, то есть что вот как бы берется усреднение, вот что получается. Вот, я просто в качестве наглядного примера хотел привести вам, уважаемые слушатели, вот данный внешний вид инопланетных кораблей. Здесь, я думаю, пока все понятно, давайте пойдем дальше. А вот, исходя из описаний контактеров, причем я брал выборку 184 описания, брал выборку и просто читал. Если я видел, что материала в выборке описывается больше, чем там, 10-20 раз приблизительно одинаковым эпитетом, то есть металлический, серебристый, резинообразный, еще что-то, я тем самым формировал вот такой список. Что этот список из себя представляет? Вот эти 6 пунктов, вот в большинстве случаев именно так очевидцы описывают те материалы, которые они внутри корабля наблюдают. Первое. Различного рода металлические поверхности, матовые, серебристые. Многие очевидцы описывают, что поверхности холодные, напоминают на ощупь металл. Но описания эти возникают... Понимаете, многие очевидцы рассказывают, что, побывав на борту космического корабля, они попадали сначала в некий операционный зал, где их клали на стол и специальным металлическим щупом ощупывали. Одна женщина даже рассказывает, что ее трогало множество рук. Мне показалось это немного странным. Я решил проверить информацию. В итоге выяснилось, это англоязычно, что был неправильный перевод. В англоязычном варианте женщина рассказывала, что ее положили на что-то вроде операционного стола, и огромное количество резинообразных щупов присоединилось как присоски к ней, и стало, и она чувствовала легкий вот ток, как будто по ней чуть-чуть ударял, слабенький. Она пыталась срывать с себя эти присоски, это вот так описывается, но они, как живые существа, снова к ней подсоединялись. Вот. Ну, оставим этот момент. Да, значит, смотрите, первое, как описывают очевидцы, различного рода металлические поверхности, матовые и серебристые. Второе, стеклообразные стеклянные поверхности и детали, двери, перегородки, купола. Очень много описаний космических кораблей, где рассказывается, что надо... Что когда люди заходили внутрь комнаты управления, зала управления, то и смотрели наверх, они видели над собой либо полупрозрачный стеклянный купол, как они описывают, либо светящийся флуоресцирующий купол. Третье. Поверхности, содержащие в себе люминофор, светящиеся плиты, панели. То есть многие очевидцы рассказывают, что они наблюдали внутри космического корабля целые феерии световых переливов различных цветов. Причем цвет изменялся от матово-белого до красно-ярко-красно-желтого с очень противным, ярким, сжигающим просто глаза оттенком. Четвертое. Напоминающие резину материала. Покрывала обивка сидения. Ну, вот одна из очевидцев якобы вот описывает, что она щупала на ощупь, а сиденья были обиты красным прорезиненным материалом. Другой очевидец рассказывает, что его завернули что-то вроде резинового покрывала, и он его щупал, и оно напоминало по ощущениям, по его свойствам резину.
Пятый. Пенистые жидкости с высоким или очень низким смачивающим эффектом. Ну, указывается, в частности, вот на сайте английских уфологов, на их форуме рассказывается история, что многие, кто попадал в Шотландии и в Уэльсе на борт космических кораблей, их сначала проводили, как они выражаются, через комнату дезинфекции. То есть на них выливался пенистый состав, и причем дул теплый ветерок такой. А некоторых состав смачивал токсины, что казалось, он попадает прямо под кожу, другие уверяют, что он просто клоками спадал. То есть не смачивал, но спадал. Вот. Шестое. Различного рода плазменное образование. Например, многие уверяют, что внутри космических кораблей они наблюдали плазменные шары, светящиеся диаметром от 10 до сантиметров до полуметра, которые резко плавали внутри пространства корабля. То есть летали таким, Закрой, пожалуйста, дверь. Летали по такой прерывистой траектории внутри корабля. Вот в целом, если вы посмотрите, вот эти шесть пунктов, вот большинство описаний описывают вот приблизительно таким образом, то есть вот такие качества материалов. Но нас с вами, как людей, все-таки настроенных более рационально, более скептически, естественно, такое описание удовлетворить не может. Это просто некий анализ того, что говорят. Нам бы хотелось пощупать, потрогать, исследовать. Но в целом для описания, то есть как такая выжимка из свидетельских показаний, я думаю, это очень любопытно и интересно. Пойдем дальше. А вот как описывается внешние поверхности НЛО. Вот это, кстати, описание присутствует на американском сайте одного из уфологов, Джеймса МакКэмпбелла. Я о нем расскажу чуть позже, но давайте вот по поводу внешней поверхности НЛО. Поверхность НЛО часто описывают как гладкую и бесшовную. Двери обычно расположены сбоку, иногда они откидываются наподобие трапа или в основании, как люки. В последнем примере при закрытой двери не видно никаких швов. Неизвестно, из какого материала сделан НЛО. Ну, то есть уже более такой объективный, рациональный подход. Свидетели часто говорят, что он металлический, алюминиевый, хромированный, серебристый, блестящий, беловато-серый или белый. Беловато-серый или белое. От НЛО почти всегда исходит мягкое свечение, иногда эта аура ярко-белая, ослепительная или напоминает горящий магний. То есть если, известный химический опыт, берут магний и в парах, и в кислороде, в насыщенном, опускают магний на такой длинной ложечке внутрь банки, наполненной кислородом чистым, и поджигают. И магний горит вот таким ярким красноватым пламенем. Белым, но вот и у нас в школе, когда опыты ставили, он горел, там еще вот красные такие отблески были. Ну, может, он не чисто был по химическому составу, я не буду спорить здесь. Но хочу сказать, что вот он был, и что он горит ярким таким пламенем. Часто фигурируют разноцветные огни, зажигающиеся одновременно или перемигивающиеся. Но эти огни, возможно, излучаются различными частями корабля, а не самой поверхностью. Опять же, вопрос в описании и в точности свидетельских показаний. Цвет поверхности предполагает, что НЛО сделан из металла. Ну, скажем так, не очень сильный аргумент, но с другой стороны, МакКэмпбелл пишет именно об этом. К примеру, алюминиевая поверхность авиалайнера сквозь облачность или легкую дымку кажется темно-серой. Но тут имеется в виду, что ряд НЛО, они кажутся серебристо-белыми, а в облачности кажутся темно-серыми. И в итоге делают вывод, может быть, он из алюминия. Может быть, это вот такой вот вывод. Но сам факт в том, вот как по показаниям очевидцев выглядит внешняя поверхность НЛО. Я думаю, здесь все понятно, пока вопросов особо вызывать не должно. Давайте пойдем дальше. А вот дальше уже становится интересно. В США, в Америке, в 1976 году вышла книга под названием «Уфология». Написал ее достаточно известный физик-ядерщик Джеймс МакКэмпбелл, который на протяжении всей своей жизни интересуется неопознанными летающими объектами. Но только в отличие от большинства исследователей, его волнует физическая природа. То есть физические механизмы, которые могут в той или иной степени определять поведение
изменение и полет, и структуру неопознанных летающих объектов. И вот МакКэмпбелл написал книгу, которая называется «Уфология», и в ней он начинает так. Вы знаете, вот этот пассаж, мне кажется, он должен быть нашей путеводной с вами звездой. Понять, из какого металла, ну, он говорит о металле, но я бы сказал шире, из материала, сделан НЛО, можно, определив требования, которые предъявляются к обшивке, исходя из его полетных характеристик и типа двигателя. Но тяжело с этим поспорить. Мне это кажется очень грамотным, и с точки зрения вопросов, очень грамотным подходом. То есть мы должны определить, какие предъявляются требования полетных характеристик к этому НЛО, ну, то есть с точки зрения, какие перегрузки он должен выдерживать, на каких скоростях он может летать, какой тип двигателя, и исходя из этого анализировать, из какого материала он бы мог состоять. И вот он говорит следующее, он сам выводит, он предлагает вот следующий критерий анализа тактико-технических характеристик неопознанных летающих объектов. Он говорит, это легкость, мощность и устойчивость к теплу. То есть МакКэмпбелл считает, что НЛО должен быть легким, мощным и устойчив к тепловому нагреву, потому что если он перемещается, в частности, в атмосфере Земли с дикими скоростями, то, как считает МакКэмпбелл, он, естественно, будет испытывать трение, и в итоге обшивка должна раскаляться до колоссальных температур. Значит, материал должен как минимум эти колоссальные температуры выдерживать, но не все так просто. Чуть позже я об этом расскажу. Итак, МакКэмпбелл считает, что этот металл, имеется в виду металл обшивки, вероятнее всего, создан из уже известных элементов, то есть из тех или иных элементов, которые входят в состав таблицы Менделеева. Ну, я думаю, в принципе, с этим согласиться можно, потому что таблица Менделеева, в ней представлены те элементы, где-то до номера 104-103, ну, может, еще чуть меньше, которые в рамках земных условий устойчивы, они не распадаются, не разваливаются, имеется в виду их атомные ядра. И в итоге получается, что поскольку там находятся одни из основных элементов, металлы, металлоиды, полупроводники, диэлектрики и так далее, то наверное, они этих строительных материалов, тех или иных химических элементов, может быть достаточно для создания обшивки космического корабля. Но, опять же, много подводных камней, о них я расскажу чуть позже. И вот он пишет, что вот эта обшивка, может, скорее всего, создана из уже известных элементов. Даже если использована передовая технология изготовления беспримесного металла или необычных сплавов и кристаллических структур. Ну вот здесь он, собственно говоря, делает такой реверанс в сторону металлургов. Он говорит о чем? Что... Понятно, мы знаем из таблицы Менделеева огромное количество металлов, но мы не знаем до сих пор, как могут вести себя металлы в тех или иных сплавах, которые нам еще неизвестны. Ну, имеется в виду, что сплавы, ведь можно получать колоссальное количество сплавов, имеющих разную вариативность соединения тех или иных элементов в разных пропорциях, в разных массовых долях, и свойства эти могут быть, ну, подчас просто уникальны. Я приведу вам, уважаемые слушатели, сначала такой классический пример. Ну, допустим, известно, что если проводить очистку, если я не ошибаюсь, да, меди, медные провода. Если я правильно помню, уважаемые коллеги, если кто знает вы более точную информацию, вы меня поправьте, пожалуйста. Если медь очищать, делать ее все чище и чище, то проводимость меди увеличивается в сотни, в тысячи раз по сравнению с тем, если медь загрязнена, но образец меди. Даже если вы достигли частоты 99,9% меди, ну, в материале, и там всего 0,1% примеси, и вот вы вот эту 0,1%, ну, казалось бы, мало, будете дальше убирать, то есть делать образец меди все чище, 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 убирать из него примесные атомы других элементов, то проводимость будет расти в тысячи, в сотни раз, понимаете? То есть мы должны понимать, что разные комбинации элементов в сплаве и разная степень очистки
фактически, возможно, дадут нам те материалы, которые в той или иной степени могли бы позволять нам конструировать, ну, и могли бы быть использованы внеземными цивилизациями для конструирования их неопознанных летающих объектов. Ну, я думаю, вы понимаете мою мысль, она, в принципе, я думаю, логична. Вот. И вы знаете, теперь я просто, я, честно говоря, задумался на такой теме. Ну, все у нас сейчас говорят про нанотехнологии, про молекулярных роботов, про суперповерхности, которые позволяют, там, допустим, вот тот же Жорес Иванович Алферов, он, собственно говоря, Нобелевскую премию получил за разработку полупроводниковых гетероструктур, которые позволили создать записывающую поверхность CD-диска, позволили создать лазер, лазерную каретку, вот, которая в дисководах присутствует, вот этот лазер, это полупроводниковый, это как раз пионерские технологии полупроводниковых материалов были разработаны в лаборатории еще в советское время под руководством Жореса Ивановича Алферова. То есть вот опять же, вот такие микротехнологии, казалось бы, они дают прорыв, но я задумался, неужели вот прям нужно вот так мудрить, чтобы... То есть я поставил перед собой следующий вопрос. Можно ли, и способны ли земляне создавать металлические сплавы, обладающие уникальными свойствами, но при этом не являющиеся чем-то из области наномолекулярных супер-пупер-структур, а то, что может создать технология не слишком... скажем так, не слишком мозголомные и требующие супер дорогого оборудования, но в то же время вот эти сплавы должны обладать супер интересными свойствами, понимаете? То есть я поставил перед собой задачу, иными словами говоря, простым языком, посмотреть, а человечество вообще двигается в сторону разработки металлических сплавов, которые обладают уникальными супер свойствами. И вы знаете, да, одним из таких примеров, причем очень старым примером, является нитинол. Этот сплав из никеля и титана, который был разработан более 40 лет назад советскими учеными, химиками и металлургами, он является на сегодняшний день одним из таких уникальных примеров сплавов, прошу прощения за тавтологию, с уникальными свойствами. Ну, здесь приводятся три таких видео. Давайте я поясню, что вообще такое нитинол. Значит, где-то в конце 60-х, в начале 70-х годов в мире стали задумываться вот на какую тему. Что было бы очень хорошо, если бы у нас был какой-то материал, который можно было, скажем так, протягивать как длинные нити, спицы, а потом внутри объектов, в которые этот материал бы попадал, этот материал принимал заранее заданную форму, ту, которую мы хотим ему придать. Иными словами, но давайте посмотрим. У нас изначально вот это была булавка, то есть как бы... Вот, ну, скрепка, да, скрепка, ну, булавка, да, это не булавка, это скрепка. Вот была изначально скрепка, а тут как бы теперь ее вот так разломали, опускают в горячую воду, и она снова возвращается к собственной форме. Здесь то же самое, была скрепка, ее вот так изуродовали, поглумились над ней, опускают сейчас ее в блюдце, тут горячая вода, подчеркиваю, в горячую воду, и вот скрепочка... Бабах, и все. И вот красивая скрепочка. А здесь интереснее. Здесь растянутая пружинка, ну, изначально это вот такая, ее опускает в сосуд с горячей водой, и она принимает форму стандартной пружины, которой она и была. Вот, значит, что получается? Чем хорош сплав нитинол? Ну, во-первых, он хорош тем, что мне удалось найти, я этого не знал, что его, оказывается, использовали в операционных целях для сшивания тканей. То есть, по сути, что делали? Брали вот длинную нить вот этого сплава, изначально придавали ей форму такой полупружинки с витками, после растягивали эту нить, зашивали
ткани внутри организма человека, и нить принимала форму изначальную, которую она запомнила, вот такой скрученной спиральки. Тем самым она внутри ткани приходила к той форме, которая изначально требовалась. Это вот сплав нитинол. Выглядит очень интересно и любопытно. И заметьте, на мой взгляд, это доказывает, что если экспериментировать и подбирать в разных необычных комбинациях элементов, исследовать различные сплавы, то мы можем получать уникальные свойства. Так вот, и встает вопрос. Возможно, как я предполагаю, что и многие так считают, если мы продолжим дальше изучать характеристики различных сплавов, темы в той или иной степени мы сможем подойти, возможно, к материалам, которые бы позволяли нам конструировать летательные аппараты с необычными свойствами. То есть такие летательные аппараты, которые, если бы их строили из современных сплавов, которые известны в настоящее время, они бы не смогли летать, они бы там, допустим, разваливались или подвергались какой-то разрушительной деформации. А вот, допустим, какие-то сплавы, которые в будущем будут созданы, вот как подобный сплав. Ну, кто знал до начала 60-х, 70-х годов о существовании такого сплава? Ну, в страшном сне не приснится. Вот. То, возможно, экспериментируя, мы получим уникальные материалы, которые позволят нам объяснить, ну, как, из каких материалов могли бы быть созданы неопознанные летающие объекты. Ну, это моя фантазия, я вообще закоренелый оптимист, поэтому я считаю, что в принципе это возможно. Это в качестве примера, уважаемые коллеги. Не знаю, когда мне в школе показали этот опыт, я был шокирован, я подумал, мир сходит с ума, и здесь что-то не то. Ну вот, вот то есть была скрепочка, вот ее так разобрали, растянули, вот потом пускают воду, и она приобретает исходную форму. Но, кстати, мне стало известно, вот сегодня утром прочитал, что нитинол имеет еще одну модификацию. Вот тут, это классическая модификация нитинола, которая, ну, нитинол используется в авиастроении тоже, это следует отметить. Вот классическая модификация нитинола запоминает одну форму, вот как здесь. А сейчас уже, ну, и достаточно, ну как, лет 10-15 назад вот начали разрабатываться, вот мне стало известно, японцами, немцами, в России также, и англичанами, американцами, начали разрабатываться сплавы на основе нитинола, то есть модификации нитинола, которые способны запоминать до 4-5-6 форм. То есть, если я правильно разобрался, в различных температурных диапазонах материал меняет эту форму в зависимости от заранее заданной. То есть у них они запоминают до 5 форм, и в каждом температурном диапазоне материал приобретает собственную форму. Необычно, интересно, экстравагантно. Мне нравится. Давайте пойдем дальше, уважаемые коллеги. А теперь смотрите. О химическом составе. Вы знаете, мне удалось найти американскую статью «Лицом к лицу с доказательством». Ее написал Джеймс Гартер. Она опубликована в сборнике «Worlds Beyond». Ну, дословно это переводится «Мир за пределами», то есть «Мир за пределами обыденного сознания». Сборник этот есть в интернете, он доступен. Он был издан в 1978 году. И вот автор, Джеймс Гартер, утверждает, что осколок металла, извергнутый, это Google переводчик, жуть, полученное на основе, нет, это не все Google переводчик, просто иногда некоторые слова тяжело понять, полученное на основе НЛО, то он уверяет, что в 1962 году над Вашингтоном пролетало НЛО, вот, оно разбилось в пригороде Вашингтона, естественно, военные все засекретили, но удалось вот и какой-то группе исследователей, которая туда прибыла, то есть это местные уфологи, найти какие-то кусочки, вот оказалось, что вот этот кусочек, якобы относящийся к НЛО, представляет собой ортосиликат магния с крошечными круглыми вкраплениями. Ну, ортосиликат магния, значит, проще говоря, у нас есть кремниевая кислота H2, силициум О3, и если, допустим, от нее образовать соль, то будет вот как раз силикат магния. Вот они провели химический состав и обнаружили, что это вполне себе классическая соль, но она из
соответственно, и в курсе общей химии, вот, силикат магния. Вот. А еще один кусочек обнаружен в Швеции, тоже вот, это все в этом же сборнике, вот, что тоже в тот же период, где-то начало 60-х годов, в Швеции пролетало НЛО, оно разбилось, и вот этот кусочек, он состоял из карбида вольфрама, одним из твердейших металлов после алмаза, но имеется в виду как сплав карбида вольфрама. Вот. Далее, приводится пример, что вот в Бразилии тоже вот якобы на рубеже конце 50-х, начале 60-х над Бразилией летело НЛО, оно там тоже потерпело крушение, то ли посадку, вот, и проанализировали кусочек, он казался чистым магнием. Ну, чем дальше, тем веселее. Но следует Гарднер, вот он также в этом же сборнике пишет, что на основе огромного количества свидетельских показаний приходит к выводу, что пол в тарелках, то есть поверхность, по которой ступают, я так понимаю, босые ноги без туфлей и носок наших контактеров, вот, он, по словам свидетелей, был очень твердым и холодным. А все детали, как правило, сделаны, опять же, по описаниям очевидцев, из металла или тяжелой пластмассы. Ну, тоже вот он собрал такие свидетельские показания. Кроме того, надо заметить, что крошечные вкрапления, обнаруженные в ортосиликате магния, ну, имеется в виду, вот, якобы над представляющим собой фрагмент НЛО, пролетавший над Вашингтоном, указывает на возможность пористо, на что это некий пористый какой-то материал, который представляет собой сплав магния и алюминия. То есть тень на плетень, не знаю что, вроде как там, ну, вот так. Но это мне удалось найти в одном из сборников. Очень интересный сборник, я вам рекомендую почитать. Его перевели на русский язык, вот, энтузиасты. Поэтому очень интересный сборник. Вот там подобные случаи, очень много описано. А вот теперь я хочу рассказать о дальнегорских обломках, которые были обнаружены 29 января 1986 года в районе поселка Дальнегорск Приморского края. Значит, в этот момент, в эту дату, 29 января 1986 года, около 8 часов вечера, в районе поселка Дальнегорск Приморского края наблюдался ночной болид в виде яркого самосветящегося шара со шлейфом. В месте его падения, так называемая высота 611, начался пожар, продолжавшийся около часа. И 3 февраля в Дальнегорск прибыла полевая экспедиция Дальневосточного отделения Следственного комитета по аномальным воздушным явлением при Академии наук во главе с доктором наук, известным приморским уфологом Валерием Двужильным. Вот эта экспедиция, она прибыла вот на место падения, им удалось обнаружить небольшую площадку размером 2 на 2 метра. Вокруг площадки были обгоревшие деревья, а сама поверхность площадки усеяна была темным пеплом. А по периметру вот эта площадка была, по ее периметру располагался оплавленный материал, то есть оплавленный какой-то сплав. И вот они нашли на этой площадочке следующие элементы. Остатки обгоревшего дерева, превратившиеся в пористые угли, не характерные для типичного лесного пожара. На стенке карниза и в пепле были найдены металлические капли, черные стекловидные частицы весом до 30 мг, а также необычные рыхлые чешуйчатые частицы в виде своеобразной сеточки. Вот что это. И вот дальше за это исследование взялись специалисты Томского политехнического института и Ленинградского отделения института земного магнетизма и аносферы распространения радиоволн АНССР. Это вот информация на официальном сайте приморских уфологов. Анализ шариков показал, что изотопный состав свинца свидетельствует о его земном происхождении. Более того, этот состав идентичен образцам из Холодченского, наверное, правильно. Месторождение Северного Прибайкалия. Экземпляры железных шариков имели очень высокую степень твердости. Их невозможно было разрезать стальными инструментами, а подавались они только алмазному сверлу либо алмазным резцам. По мнению специалистов, исследуемый образец оказался капелька альфа-железа. Ну, альфа-железо – это одна из аллотропных модификаций железа. Кроме того, состав шариков включал в себя почти всю таблицу
таблицу Менделеева. Железо, марганец, никель, молибден, диоксид кремния, кобальт, хром. Ну, заметим, металлы в основном, кроме диоксида кремния. Понятно. А при вакуумной плавке, при температуре свыше 1300 градусов, шарик превратился в расплав, растекшийся по танталовой подложке. В полученной пленке ученые неожиданно обнаружили элементы сеточки и стекляшек. Имеется в виду, как бы расплавился шарик, и на поверхность выплыли те элементы, которые были внутри. Я так это понимаю. Хотя я бы с осторожностью отнесся вот к этой фразе, что что-то выплыло, всплыло. Нет, нехорошо сказал. Выплыло на поверхность. Вот. И вот что интересно дальше. Значит, самой загадочной находкой на высоте 611 стала тонкая сетка, образцы которой сделаны из нити некого инертного металла, представляющий собой сложнейший сплав. Значит, что этот сплав из себя представляет? Сетка состояла из аморфных углеродистых материалов с разделенными атомами металлов. То есть, по сути, это была нанотехнология. Чередуются углеродистые материалы на основе углерода, и между ними находятся в четкой, в рамках такие ровные периодические ряды разных металлов. Понимаете, сетка, металлическая цепочка атомов металлов, сетка. Вот, что интересно дальше. В состав вот этой структуры входили углерод, цинк, серебро, золото, лантал, празиодим. Редкоземельные металлы, прошу обратить ваше внимание, лантал, празиодим, редкоземельные металлы, кремний, натрий, калий, кобальт, никель, иттрий, альфа-титан, одна из... Именно альфа-титан обычно встречается в составе сплавов, ну, присутствует несколько аллотропных модификаций, но там был именно альфа-титан. И множество других элементов. Забавно, что при температуре... Ну, это так вот описывается. Забавно, что при температуре 2800 градусов Цельсия некоторые элементы пропадали, но вместо них появлялись новые. Формулировка просто сногсшибательная, но мне все-таки удалось разобраться, что это означает, невероятная формулировка. Имелось в виду, что внутри вот этой структуры в таких металлических ловушках находились отдельные атомы, ну, как в коконе. То есть представим себе металлическую полость микроскопическую, а внутри нее какой-нибудь атом, не относящийся вот к этим элементам. И вот если вы этот металл расплавляете, то из этой полости выплывает спрятанный в нее элемент. Поняли, о чем я говорю? И это вот это имеется в виду. Просто так сформулировали. Как говорил Мефистофель, кудряво сказано, я ни черта не пойму. Ну, это уже второе, это я от себя сказал, но кудряво сказано. Поняли, что означает, появлялись некоторые элементы. А вот. В одном из образцов сеточки найдены обрывки тончайших 17 микрон нити, которые, в свою очередь, состоят из еще более тонких волокон, скрученных в жгуты. Но более всего интересно, что шаг скрутки составляет 1.5 оборота. Каждый, то есть через каждые определенные там, 50 микрон вот этот жгут, состоящий из волокон, он делает 1.5 оборота. Вот это технология. Но не просто, а вот эти нити, при этом эти нити вплетены в такие же тоненькие, а внутри этих нитей, то есть вот у нас имеется волокно, оно состоит из металлических нитей, вот, а внутри, в центре вот этого волокна находится тоненькая-тоненькая, в десятую долю микрона золотая ниточка. Золотая ниточка, понимаете? Ну, явно не технология 21 века. Ну, нет у нас таких технологий, такие вещи делать. А вот заключение. Оно, кстати, есть на сайте, на многих сайтах доктора химических наук Высоцкого. Вне сомнения, что это признак высокой технологии, а не образец природного или земного происхождения. А вот что мне удалось найти... Значит, фотографии, сделанные в 96-м году Николаем Субботиным. Вот фотография. Слева направо. Здесь вот находятся шарики железа, вот они, и свинца, то есть вот эти шарики, о которых я говорил. А справа находится вот эта сеточка. Ну, то есть вот, вот она, кусочки сеточки. Вообще, я так понял, было 5 фрагментов сеточки. Теперь вот фотографии микроскопические. Так, я ничего не пролистал, нет. Вот фотографии микроскопические, полученные с помощью японского электронного микроскопа, вот этой сетки. Ну, как видим, такая периодическая структура. Вот эти нити, волокна. Вот эти фотографии. Дальше. А вот поверхность сеточки под японским сканирующим электронным микроскопом увеличенная. То есть вот они там такие кусочки.
вот самое главное, на мой взгляд, фотография. Плоский тип сеточки, белая полополоска, кварцевая нить, концы которой вплавлены в сеточку. Собственно, ну, это микронное разрешение. Собственно говоря, вот эта нить, вот она. Вот она вот так тянется, тянется. Эта нить, в данном случае она из кварцевая, она как на такие мостики вплавлена через определенное расстояние на такие мостики, а внутри этой нити находится тоненькая-тоненькая золотая ниточка. И через каждые 50 микрон шаг закрутки этой нити 1,5 оборота, ну, понимаете. А вот, ну, вот, то есть вот эта нить, вот она прям тут видна. Что у вас там на фотографии? Где? На кусочек сеточки в микронном увеличении. А что там что? Ну вот нить, а дальше все это остальное сеточка. Во всяком случае, описание такое, когда я читал, готовился к сегодняшнему выступлению. Вот, а вот увеличено еще больше, то есть вот эта фотография, мы ее взяли, еще с помощью увеличили 80 раз. Это фрагмент сеточки с оплавленными концами, в которую вплавлен пучок кварцевых нитей. Если я правильно понимаю, пучок он вот. Я, во всяком случае, у них на сайте так описывается. Свернутый в жгут, делающий 1,5 оборота. Ну, в принципе, разобраться можно. Это не современная же все-таки живопись, где смотришь годами и не понимаешь, что это. Либо женщина, либо мужчина, либо еще что-то. Вот. Но вот, вот эта ниточка. Но это как бы еще больше увеличение. На мой взгляд, я все-таки считаю, что это некий образец сверхвысокоразвитого примера микроэлектроники. Но для чего нужны золотые нити? Чтобы пропускать электрический ток. Причем, заметьте, я хочу обратить ваше внимание, если оно находится внутри кварцевой нити, а кварцевая нить это диэлектрик, ну, в целом диэлектрик, то получается изолируется вот эта жила золотая от внешнего воздействия, экранируется. И по ней, я так предполагаю, возможно, проходил электрический ток. А это просто как такой провод микроразмеров, который вот так идет вдоль вот этой всей сеточки. Ну, я так предполагаю, я не нашел больше информации вот об этом фрагменте, хотя, повторюсь, мне он кажется очень интересным и любопытным. Вот. Собственно говоря, уважаемые коллеги, вот что я о чем сегодня хотел вам рассказать. Я надеюсь, мой доклад произвел на вас благоприятные впечатления. Думал дольше, но подумал, тогда мы уйдем все в 6 утра, а нам завтра всем на работу. Поэтому, уважаемые коллеги, я готов ответить на все ваши вопросы. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Да, пожалуйста. Так, здесь описывались НЛО в виде летающих тарелок, материалы летающих тарелок. Вот. Но известно же, что НЛО бывают и других типов, например, шары-плазмоиды, которые тоже иногда вырываются. И, например, в этом случае тоже можно, например, собрать образцы почв, там, я не знаю, камня, там, воды, то есть где происходит это событие. Вот, или, допустим, НЛО других типов. Вот что-нибудь по этому поводу известно, вот по материалам, вот с подобного рода. Ну, я могу так ответить тебе на этот вопрос. Вопрос очень хороший, правильное замечание. Ну, я, когда готовился к сегодняшнему выступлению, во-первых, мне удалось узнать, что в тех местах, где проплывают, ну, условно говоря, пролетали подобные плазмоидные структуры, повышен радиационный фон, это раз. То есть там, где они могли упасть, рассыпаться или что-то задеть, что обгорает, и, то есть воспламенить какие-то материалы, с которыми они соприкасаются. Первое, радиационный фон повышен. Об этом говорят многие исследователи, ну, уфологи. Второе, не совсем классическая форма оплавления твердых материалов. В частности, если это какие-нибудь камни, там, кварц, еще что-то, и вдруг вот эта плазмоидная структура попадает в этот, сталкивается с этими материалами, то оплавление соответствует, во-первых, очень высоким температурам, а во-вторых, оно как будто имеет некое направление оплава. А сам химсостав? Нет, вот здесь я не смог нигде ничего найти, я просто описываю внешние явления. Третье, замедляется время,
вблизи подобных мест, где могли вот эти плазмоидные структуры сталкиваться с чем-то. Во всяком случае, одно подобное описание я обнаружил в 87 году. Советский исследователь, я забыл фамилию, но могу предоставить в следующий раз, он как раз писал о том, что, подойдя к подобному оплавленному месту, он обнаружил, что его часы остановились. У него были обычные механические, не электронные, механические часы, и они остановились. Отвечая на твой вопрос, я могу назвать только вот три таких внешних проявления действия данных объектов. Радиационный фон, мне удалось найти четыре описания, что измеряли дозиметром про радиационный фон. Он не был повышен настолько, что там нельзя находиться, но превышал в пару раз некую норму, некий общий средний уровень, то есть в целом. В интернете, на форумах, просто в форумах уфологов. Просто мы на медведице никогда не фиксировали от пролета там, Владимир назвал, шрамами молниями, Ну, это одно из объяснений. Вот. На местах. Ну, вот мне... Они там даже раскопы делали. Угу. Ну вот я такие нашел именно, я понимаю, я такие нашел описания. Еще я нашел описание, я правда, если я правильно понимаю, сейчас сформулирую, сильного электромагнитного, то есть там какое-то загрязнение, то есть что-то наблюдалось в этих местах с точки зрения нарушения систем связи, спутниковых систем связи, нарушения, то есть на какой-то период времени. То есть, видимо, оно какие. О каком месте идет речь? Места не указывались в этих описаниях. Я только вот говорю, что вот я в рамках интернета. Но... Дело в том, что нигде, ни в одном сообщении, сообщений много, в том числе о взаимодействии с ними новотехногенных объектов, нигде нет никакого намека на то, что они как-то сопровождаются в жизни поддержки. Я нашел 4 таких в интернете, то есть я просто искал в общем доступе, в поисковике, то есть... Можно сделать вывод, что да. Не радиация является признаком шаровой молнии, а какой-то процесс, приведший к образованию шаровых молний, сопровождается в том числе крупной радиацией. Абсолютно согласен с вами. Добавить можно, как раз часто наоборот, где пролетают шары плазмоиды, идет ускорение хода времени. Это вот именно зафиксировано нами, значит, в частности, в экспедициях Космопоиска с помощью кварцевого генератора. Значит, это вот конкретно на Медведицкой гряде, то есть лично вот мной наблюдались шары плазмоиды, правда, к сожалению, в очень ранние утренние часы, когда все спали, но, по крайней мере, вот применение кварцевых генераторов показало, что там идет именно резкое ускорение частоты, вот именно в этих местах. Значит, это один момент. И подобные же феномены, вот мной лично наблюдались в районе Кольцовских пещер, это в Калужской области, тоже вот, значит, при грозовой погоде, значит, при становится шаров плазмоидов или шаровых плазмоидов, ну, кому это больше нравится. Вот тоже, значит, такой же эффект. И в районе горы Фиш на Кавказе. Тоже вот последствия пролета шаров плазмоидов, тоже кварцевые, и еще на Кавказе, значит, в других районах, при Ингрусе. Значит, вот тоже, там, где пролетали шары плазмоиды, вот именно наблюдались именно ускорение частоты кварцевых генераторов, причем иногда очень резкое ускорение частоты, которое зачастую приводило просто к вырубанию этого прибора. То есть там приходилось ждать время, когда он восстановит свою работоспособность. То есть они не замедления. Я понимаю, о чем ты говоришь, но я просто искал, вот мне удалось найти. Вообще там была, знаешь, такая обобщенная фраза, что просто изменяется время. Как изменяется что? Но в одном случае я нашел, что остановились часы у человека, то есть, у него были ручные, как я уже сказал, механические часы. В другом случае я прочитал. Опять же, все это то, что написано. Я говорю только то, что я читал. Я сам с этим никогда не сталкивался. Я не могу, естественно, предоставить. Мы тебя сталкиваем. Дальше, чем 300 километров от Москвы, мне нельзя удаляться. Ладно. Я могу объяснить так, что и в другом случае было сказано, что время приостановилось. Вот.
как это формулировать? Ну, с точки зрения русского языка, вот два таких свидетельских показания я прочитал. Часы, а другой пишет, что время чуть приостановилось. Что это значит? Ну, я не знаю. Не написано, просто описание ситуации, места. Вот. А, уважаемые слушатели, пожалуйста, ваши вопросы. Пожалуйста, ваши вопросы, уважаемые слушатели. Еще есть одно соображение, это скорее не вопрос, по поводу конструкции вот этих сеточек, найденных в Дальнегорске. Вот соображение такое, что если там присутствуют одновременно жилы кварца и, допустим, токопроводящие материалы, то вполне может быть это какая-то совмещенная схема, например, ну, скажем так, электронного устройства, именно токопроводящего устройства, вместе, например, с каким-нибудь волноводом, либо акустическим, либо оптическим, то есть типа волоконной оптики. Ну, возможно, я как раз об этом и говорил. Нет, но не извлекай именно такой смысл. Вот, здесь нужна просто дополнительная информация, здесь нужны дополнительные детали, вот именно форма вот этих кварцевых жил, ну и так далее. Вот, и, значит, еще одно соображение, что с учетом, что даже вот если брать, скажем, классическую форму тарелок, да, есть вот материалы, допустим, оболочки, да, а есть материалы управляющей системы, то есть, например, бортового компьютера. И, соответственно, в случае аварии вот такого инопланетного аппарата, соответственно, обломки должны содержать разные структуры, разные, я даже не говорю про химический состав, но, условно говоря, отдельные, допустим, кристаллические или какие-то иные, может быть, аморфные структуры, которые свойственны, допустим, для оболочки, и отдельные, которые свойственны для управляющих систем, вот типа компьютера. Ну, вполне согласен, да. То есть это надо просто исследовать и дальше изучать, конечно. Ну, мне кажется, надо как бы разделять эти вещи и, соответственно, вот копать вглубь вот по этим направлениям. Потом еще не исключено, что материалы вот таких инопланетных аппаратов могут быть и из металлокерамических материалов, и даже вот из материалов, похожих на камень, вот типа керамики. Дело в том, что... Может, тебе доклад сделать на эту тему? Нет, у меня здесь патологии недостаточно. Я просто поясню. Здесь соображение вот какого рода. Дело в том, что... Андрей, ну это все бесспорно, понимаешь? Это все очевидно. Это все уже реализовано в нашей технике. Поэтому, естественно... Не, и плюс еще один важный момент. Вокруг таких аппаратов существуют защитные поля. И, соответственно, эти защитные поля также могут оказывать химическое, в том числе, воздействие на окружающую среду, а не только на материалы. Они могут быть. Знаешь, в чем проблема? Дамы и коллеги, спасибо огромное. Очень рад был выступить перед вами. Спасибо.